Доброе утро, ребята! Приветствую вас на торговой сессии четверга. Снова возвращаемся на рынки. Даже не буду говорить, интересные они или нет. Вы сами все прекрасно видите. Интересные, волатильные и абсолютно непредсказуемые. Собственно, давайте начнем традиционно с российского рынка. Посмотрим на новостной фон, который характерен для него, для российской валюты и для тех факторов, которые являются определяющими для динамики рубля. Открываем графики USD-RUB и смотрим, как рубль у нас продолжает находиться рядом с отметкой 50. Вчерашняя торговая сессия была очень неплохой для российской валюты. Мы видели, как рубль оказывал неплохое сопротивление основным конкурентам, американскому активу и европейской валюте. Что касается факторов, которые оказали эту поддержку российскому активу, можно, конечно же, обозначить снижение геополитических рисков на фоне, может быть, возможного восстановления отношений с Западом, прежде всего с Соединенными Штатами Америки. Об этом можно делать вывод по факту прошедшей в Сочи встречи между министром иностранных дел России, президентом России и высокопоставленным чиновником, госсекретарем из Соединенных Штатов Америки. Думаю, что комментарий Путина о том, что Россия готова к широкому, тесному сотрудничеству с Соединенными Штатами Америки, в принципе, Россия никогда этого не скрывала, сейчас можно использовать в качестве факторов и в качестве надежды того, что отношения будут стабилизироваться, отношения потеплеют, и в целом это снизит премию за риск для российского актива. Поэтому сейчас геополитическая картина, на которую мы давно не обращали внимания, получается, уже оказала неплохую поддержку рублю. И в целом, может быть, это локальный фактор, который сейчас даст дополнительных преимуществ именно рублю, поскольку все-таки позитивных факторов для российской валюты в последнее время на рынке не так уж и много. В целом, говорить о том, что эти переговоры могут привести к каким-то дальнейшим прорывным действиям, не стоит, поскольку это всего лишь разговоры, пока за ними не последовало никаких стоящих дел. Санкции, в частности, снимают не слова, а непосредственно действия, и их сейчас еще нет. Но в целом, сам факт того, что встреча была организована, встреча состоялась, прошла в довольно конструктивном русле, может быть, это уже неплохо. Поэтому динамика российской валюты, если уж и мы сначала не обозначили это в качестве возможного позитива, показала, что нет, этот позитив есть. Потом смотрим на другой основополагающий фактор для динамики рубля – это, конечно же, поведение нефтяного актива. Открываем Brent, и текущие актуальные котировки недалеко от уровня 67. Если посмотрим на вчерашнюю торговую сессию, то сможем увидеть снова некоторое расхождение, я бы даже сказал, раскорреляцию с общим фундаментальным фоном, поскольку вчера у нас по нефти был очень важный макроэкономический отчет по запасам в США. И эта статистика показала, что вторую неделю подряд запасы сокращаются, в частности, вчерашнее снижение на 2 миллиона баррелей. То есть этот отчет практически полностью совпал с оценкой частного агентства API, которую мы анализировали днем ранее. И в целом получается, что был новостной повод для роста нефти, но нефть, вопреки, скажем, такой фундаментальной поддержке, показала разгрузочный день. В целом, что у нас сейчас? Если посмотреть на азиатские торги, то там еще не ясно, какого тренда будет этот актив придерживаться в рамках торговой сессии, но есть проторговка, направленная на такой легкий медвежий импульс. Может быть, рынок по мере приближения самого важного сейчас для нефти события, а именно заседание ОПЕК, будет все-таки больше готовиться к судьбоносным решением для позиционного трейдинга. Может быть, трейдеры сейчас и обозначают тот факт, что текущие уровни, вот этот канал 65-70, это как раз канал для принятия серьезных решений, поскольку 70 и выше – это слишком крутое значение для активизации производства в США и, соответственно, для очередного дисбаланса на рынке спроса и предложения. 65, может быть, даже более фундаментально
не может быть даже, а более фундаментальный оправданный уровень, поскольку все-таки до этого, до последних двух недель снижение запасов, незначительного снижения в целом, мы с вами наблюдали цикл из каких недель роста запасов? 17 недель. Затяжной цикл, значит, в целом у нас были свидетельства того, что запасы увеличивались. Сейчас они недалеко от рекордных максимумов. Что касается производства, то можно сказать, что после коррекции цен на черное золото количество буровых, находящихся в эксплуатации, сократилось в США. Но уровень 70 – это как раз тот самый рубеж ценовой, который снова активизирует производство. В общем, интересная ситуация. Я думаю, что чем выше нефть может подобраться к отметке 70 перед непосредственным заседанием ОПЕК, тем более интересным будет дальнейшая ценовая динамика. Идем дальше. Европейский актив. Тут, в принципе, динамика говорит сама за себя. Евро игнорирует всяческое проявление фундаментальной слабости. До этого были слабые макроэкономические данные. Вчера статистика по ВВП Германии и еврозоны. Если посмотрим на экономический календарь, то сможем увидеть, что темп экономического расширения как по ведущей экономике валютного блока, так и по еврозоне оказались хуже прогнозов, можно сказать, даже намного хуже прогнозов. Поэтому ключевой отчет экономического расширения негативный, традиционно негативный фактор для национального актива, евро полностью проигнорировал. Плюс ко всему, у нас подвешенная ситуация с Грецией, но взглядя на текущую динамику, такое ощущение, что европейская валюта забыла о том, что Греция является полноценным членом валютного блока и вообще не видит никаких рисков касательно будущих перспектив, будущей экономической и политической стабильности этого региона. Такое ощущение, что если отождествить европейскую валюту с живым организмом, есть какой-то инсайт, который позволяет ей полагать, что все уже решено и решено в позитивном русле. У нас этого инсайда нет, мы все-таки руководствуемся, конечно же, более объективной информацией, которая фигурирует в основных средствах массовой информации. И это предполагает, эти данные, эти новостные поводы указывают на то, что меньше двух недель уже остается до исполнения очередного долгового обязательства. На какую сумму? Примерно. Перед МВФ. Около 2 миллиардов. 1,6, если уж быть совсем точными. С трудом было исполнено обязательство на 750 миллионов. Сейчас сумма в два раза выше. Разумеется, до сих пор транш не разблокирован для них. И все чаще звучат разговоры о том, что лучше Греции сейчас провести референдум и уж окончательно решить, какой позиции будет придерживаться этот регион дальше. Либо находиться в составе валютного блока, либо все-таки, скажем, пойдет по совершенно другому вектору, который сейчас, конечно же, озвучивать многие не хотят. Но как реальность, технический дефолт и потенциальный выход, как риск, она, конечно же, имеется. Европейская валюта вчера весьма активно отреагировала на розничные продажи в США. Отреагировала даже динамичнее, чем сама американская валюта. Мы видели, как после факта публикации слабых данных по розничным продажам евро выстрелил более чем на 100 пунктов. И в целом, если посмотреть на динамику, ценовые изменения в рамках торговой сессии, они превысили 1%. Это очень много. Это практически показатели рынка акций. А тут у нас, пожалуйста, валюта и показывает такое динамичное движение. Вот этот локальный восстановительный импульс, он сохраняется. Вчера я обозначил вам комментарий и сделал акцент на него со стороны JP Morgan, сославшихся на текущую динамику долгового рынка ценных бумаг, именно облигационного рынка и немецких облигаций. Здесь хочу отметить следующее, чтобы вы прекрасно понимали, в чем интерес, скажем, трейдеров к облигациям и в чем интерес этой ситуации сейчас на динамике рисковых инструментов. Вы знаете то, что немецкие долговые бумаги, десятилетки,
принципе, немецкие долговые бумаги, они по степени надежности ничуть не уступают американским бумагам. То есть, если есть необходимость сделать акцент на действительно стоящий актив, абсолютно безопасный, то это, пожалуйста, либо немецкие бумаги, либо американские. Значит, если посмотреть на доходность этих бумаг и на реакцию европейской валюты, она сейчас интересует больше всего, то евро всегда реагирует, конечно же, на разницу доходности. И я также об этом вчера говорил. Если какой-то из этих активов, из облигаций Германии либо США опережает своего главного оппонента, то есть, может быть, немецкие бумаги растут активнее, либо американские, соответственно, инвесторы делают ставку именно на те, где больше всего доходности. Почему сейчас мы видим снижение стоимости бумаг и рост доходности американского, немецкого долгового рынка? Если 3 недели назад, напомню, что доходность по ним находилась практически в районе исторических минимумов 0,5%, то сейчас приближается практически к 1%. Ну, конечно же, еще далеко, но в целом вектор понятен. Стремительное укрепление, и это укрепление связано с тем, что инвесторы начинают выходить из этих бумаг, то есть снижается спрос, соответственно, регулятор пытается искусственно разогнать спрос на эти бумаги и, соответственно, задирает доходность. Как вы думаете, с чем связано тот факт, что сейчас инвесторы покидают расположение этих бумаг? Объясню сейчас, с чем это связано. Вы знаете то, что в Европе была запущена программа количественного смягчения. Соответственно, эта программа предполагает тот факт, что ЕЦБ выкупает облигации на рынке. Помните это? На какую сумму? На очень большую, 60 миллиардов евро в месяц. Продолжаться это будет очень долго. ЕЦБ скупает практически все. Разумеется, покупает и указанные долговые бумаги. Спрос на них безумно большой. И если растет спрос, что происходит с доходностью? Она падает. Именно вследствие как раз ожидания сначала программы количественного смягчения, а потом по факту ее запуска и комментариев того, что она продлится долго, мы и увидели как следствие снижение стоимости этих облигаций, точнее процентного дохода, до исторических минимумов. Поэтому инвесторы, пораскинув мозгами, решили, что зачем в собственном портфеле держать облигации, которые характеризуются ничтожной доходностью. Вроде бы как программа количественного смягчения оказывает позитивный эффект на экономику, на рынок, на фондовый рынок европейского происхождения. И не является ли это, скажем, признаком и основанием для того, чтобы рассмотреть в качестве объекта инвестирования более рисковые активы, но с гораздо большей доходностью. Поэтому инвесторы стали повально скидывать эти надежные бумаги, перетряхивать свои инвестиционные портфели и сместили акцент на более рискованные инструменты, но с большей доходностью. Сейчас ставка делается как раз на повышенный доход. И сам факт того, что вот этот огульный выход из долговых бумаг немецкого происхождения спровоцировал вот этот краткосрочный, ну он сейчас сохраняется еще, тренд роста доходности по ним. Соответственно, если растет рост доходности, здесь уже можно говорить о потенциальном обратном эффекте. Доходность выросла, а почему бы нам снова не вернуться в расположение этих активов? И если речь идет о возвращении снова немецкие бумаги, это подразумевает широкий приток инвестиций в активы, которые номинированы в евро. Поэтому евро в последние дни показывает такую чудовищную волатильность с сохранением восстановительного импульса. Вернемся к вчерашнему комментарию JP Morgan. Они констатируют, что именно вот это расхождение в разнице доходности бумаг, именно спроса, возможно, отложенный на европейские бумаги, и высокая доходность по ним будет спровоцировать по-прежнему неплохой приток в эти активы. И в качестве цели, какую они поставили по евро-доллару? 1.15. До этой цели остается еще чуть-чуть, потому что мы видели буквально несколько минут назад, евро умудрился оказаться уже выше уровня 1.14. Еще не вечер, с такой динамикой уровень 1.15 легко может стать ближайшим
ценовым рубежом и ориентиром, который пойдет уже к концу сегодняшней торговой сессии. Если посмотреть на британскую валюту, вчера также был определяющий фундаментальный фон, и, честно говоря, он абсолютно логично сказался на динамике фунта. Вчера Банк Англии опубликовал квартальный отчет по инфляции. Из этого квартального отчета можно сделать вывод о том, что Банк Англии пересмотрел прогнозы по темпам экономического роста на 2015-2016 год в районе 2,5% и 2,6%. Прошлые показатели были около 2,9%, обозначив, что сейчас ухудшенные ожидания по экономическому расширению объясняются слабостью рынка недвижимости, очень дорогим фунтом, вы прекрасно видите, где он сейчас торгуется, и, конечно же, низкой инфляцией. Целевой показатель по уровню инфляционного давления в рамках британского мегарегулятора также обозначен в районе 2%. Эта ставка свойственна и для европейского рынка, и для Японии, и для США, для многих развитых рынков. И вернуться к данному уровню инфляционного давления. Вчерашний комментарий по факту квартального отчета Банку Англии и, в принципе, британской экономике удастся только к 2017 году. Помните активные спекуляции на тему, а почему бы нам не повысить процентные ставки? Тогда, когда вроде бы как условия для этого есть. Условий для этого нет. И еще вдогонку один комментарий, что если нет оснований сейчас повысить процентную ставку с минимального за 300 лет уровня, есть основания для того, чтобы сохранить вот этот мягкий экономический режим из-за такой низкой процентной ставки, значит, нужно убирать в долгий ящик спекуляцию на тему ужесточения монетарной политики и создать условия для того, чтобы британец вернулся на землю, то есть скорректировался ниже текущих значений. Если мы посмотрим на реакцию фунта сразу после публикации квартального отчета, после появления в СМИ указанных комментариев и статистики и ожиданий, вы сможете увидеть прямо на 5-минутных, на 15-минутных таймфреймах, как фунт потерял 100 пунктов. И если бы не розничные продажи, которые были опубликованы спустя несколько часов, я уверен, что фунт смог бы вернуться в район 1,5. Но все карты, буквально всем инструментам спутали, конечно же, указанные розничные продажи, поскольку они стали еще одним сигналом того, что темпы экономического восстановления в американской экономике не такие все-таки динамичные, не такие стремительные, а если есть проблемы с темпами экономического роста, с восстановлением, значит, нет уже таких ожиданий по поводу возможного повышения процентных ставок в ближайшее время. Мы с вами ориентировались на июнь, делали это уже довольно-таки долго. Сейчас, если посмотреть на расклад силы и ожиданий по возможной коррекции ставки, сейчас трейдеры закладывают возможность ужесточения монетарной политики даже за сентябрь 2015 года. Но ближайшие заседания все-таки, пока мы не получили конкретики непосредственно от ФРС о том, когда же все-таки стоит ожидать столь важного судьбоносного решения, они будут весьма интересны, поскольку не стоит упускать из внимания тот факт, что решение ФРС должно оказаться сюрпризным для рынка. Розничные продажи, резюмируем. Еще один слабый отчет сегодня из статистики по американскому рынку стоит обратить внимание на традиционные заявки на пособие по безработице. Отчет прошлой недели вкупе с Non-Farm Payrolls оказался неплохим. Если сегодня статистика снова покажет на снижение числа заявок на пособие, может быть, это традиционно, скажем, фактор долгожданной поддержки для доллара. Не знаю, как он отработает себя. Будем смотреть за фактическим прогнозом и фактической статистикой. Прогнозы, кстати, уже даже со вчерашнего дня скорректированы. До этого отчета остается еще несколько часов. Соответственно, если мы увидим хорошие цифры, все-таки у пары доллар-японской иены сможет появиться фундаментальный импульс локального происхождения для того, чтобы попытаться снова вернуться в район 120. В целом, длинную идею по паре доллар-японская иена мы с вами по-прежнему сохраняем, поскольку у нас
все-таки есть ожидания интересных, скажем, сообщений со стороны ФРС по факту приближающегося июньского заседания. И в целом все-таки делаем ставку еще на следующие макроэкономические отчеты, которые могут вдохновить прежних быков на прежний спрос в отношении американского доллара. Что касается крупнейших инвестиционных банков, которые мы с вами анализировали, сейчас пока они не торопятся скидывать свои позиции длинные по американскому доллару. Если это произойдет, я, конечно же, вам об этом сообщу. Пока их позиционный трейдинг по-прежнему направлен на то, что, в частности, та же самая пара доллар-японская иена сохраняет возможности для движения в район 122. Что касается других активов, то тут, в принципе, уже давайте отойдем от их прогнозов, будем руководствоваться текущей ситуацией на рынке. И евро-доллар на каком уровне сейчас? Выше 1.14? 1.1421. Вот это да. Поэтому до 1.15 чуть-чуть еще совсем. С таким раскладом у нас фунт в ближайшее время может добраться до декабрьского максимума 1.5785. Но потом уже, ребят, будет уровень страшнейшего психологического сопротивления. Очень серьезный уровень 1.58. Если евро сможет показать всему рынку, что по-прежнему имеются основания, может быть, даже основания, которые не все видят для роста, общий интерес к рисковым инструментам и к возможности трейдинга рисковыми активами спровоцирует такие же похожие корреляционные движения и по другим инструментам. И еще напоследок хочу обозначить вам цель по USDSWISI от JP Morgan. После вчерашних розничных продаж, слабых, раньше они делали ставку на возможность движения этой пары к паритету. Сейчас в качестве ближайшей цели предлагают пересмотреть свое ожидание по этому активу и сделать ставку на возможность коррекции в район 0.88. Вот так вот. Статистика, ребят, готовит нас к тому, что через некоторое время, может быть, мы сами изменим, скажем, своим соображением касательно сроков ужесточения монетарной политики. Ясно? Вопросы есть? Тогда большое спасибо за внимание. Ждем вопросов на нашем официальном канале Amarkets. Оставляйте ваши вопросы под видеоокном и, конечно же, подписывайтесь на наш канал. Всего доброго.